Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapraja. Nama saya Muhammad Malik Ibrahim. Ya. Malik adalah murid saya. Malik belajar bahasa Rusia, sudah mencapai kesuksesan. Sekarang ada latihan untuk pengucapan bahasa Rusia. Kita akan menyanyi lagu dalam bahasa Rusia. Lagu ini dari kartun anak yang terkenal di Rusia dan di Indonesia juga. Itu kartun Masha dan Beruang, Masha and Bear. Latihan ini untuk apa? Untuk latihan pengucapan. Ya, untuk pengucapan. Песенка и калка dulu ya, lagu tentang ik. Tegukan. Ya, tegukan. Mulai. Говорит, что есть ли, кто-нибудь текает, это значит, что его кто-то вспоминает. Если это в смене или в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. То, что такое каждый миг, только ик. И откуда он возник, этот ик. И откуда он возник. Надоели ики, надоели ики, и песни говорить стали все заики. Подскажите способ не икать. Нету больше моих сил его искать. Что такое каждый миг, только ик. И откуда он возник, этот ик. И откуда он возник. Говорят, что если кто-нибудь текает, это значит, что его кто-то вспоминает. Если это в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. Что такое каждый миг, только ик. И откуда он возник, этот ик. И откуда он возник. Надоели ики, и не песни говорить, стали все заики. Подскажите способ не икать, и нет больше моих сил его искать. Что такое каждый миг, только ик. И откуда он возник, этот ик. И откуда он возник. Sekarang. Песенка. Ya, itu tidak usah. Днём рождения, ya. Selamat ulang tahun. Itu lagu dari kartun Masha dan Beruang. Lagi. Ya. Медленно шагает, и вот один раз в год день рождения бывает, и его ребёнок ждёт. Он мечтательно вздыхает и тихонько распевает. С днём рождения меня. Только редко в самом деле он бывает потому, чтобы все друзья успели подготовиться к нему. Чтобы подарки смотрели, чтобы громче хором пели. С днём рождения тебя. Было б здорово, наверное, что друзей не сосчитать. Это ж надо, можно ежедневно день рождения отмечать и друг друга поздравлять, с друзьями разбивать. С днём рождения меня, с днём рождения тебя, с днём рождения, друзья. Лаги, с днём рождения. С днём рождения меня, с днём рождения тебя, с днём рождения, друзья. Sekarang lagu. Lagu tentang selai, ya. Masha masak selai untuk Beruang. Karena selainnya Beruang udah hancur. Ya, hancur. Ayo. Тут у нас столпот варенье, это столпот варю. Это варится варенье, то есть я его варю. Что на грядке уродится, что на дереве растет. Все для дела пригодится, все в варенье попадет. Наберу-ка я коренье, сыроежек натащу,
даже шишечным вареньем я медведя угощу. Ох, сегодня настроение у меня вареное. Ты варись, мое варенье необыкновенное. Тут у нас стопотворенье, это я стопотворю. Это варится варенье, то есть я его варю. Что на грядке уродится, что на дереве растет, все для дела пригодится, все варенье попадет. Наберу-ка я коренье, сыроежек натащу, даже шишечным вареньем я медведя угощу. Ой, сегодня настроение у меня вареное. Ты варись, мое варенье необыкновенное. Sekarang lagu. Itu jangan. Ya, ya itu putih. Tak, sekarang lagu tentang anak. Anak. Ya, ada kartun yang sudah lama dibikin di. Channelnya suka nonton tapi belum pernah nemu lagu itu. Ya, kartun ini sudah lama, sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Tapi orang Rusia sangat suka, anak Rusia sangat suka kartun ini sampai sekarang. Dan mereka selalu suka menyanyi lagu tentang Antoshka. Antoshka itu anak yang tidak mau kerja. Tidak mau kerja, tidak mau belajar, dia nakal ya. Ayo, mulai dari sini. Antoshka, Antoshka, пойдём копать картошку. Антошка, Антошка, пойдём копать картошку. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили, трали-вали, трали-вали, дили-дили, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Sudah, terima kasih. Hari ini kita sudah selesai latihan untuk pengucapan bahasa Rusia. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi.